Рестораны и кафе будут закрываться в 11 часов вечера. Людей старше 60 лет переведут на удаленный режим работы, как и сотрудников с хроническими заболеваниями. Об ужесточении ограничительных мер рассказал исполняющий обязанности председателя правительства области Дмитрий Степаненко. Согласно проекту постановления, кафе и рестораны будут закрываться в 11 часов вечера. В детских дневных лагерях смогут создавать лишь один отряд численностью не больше 25 человек. Кроме того, жители региона старше 60 лет без прививки или медотвода отправят на обязательную самоизоляцию. Постановление правительства региона вступит в силу с момента опубликования. Дистант для обозначенных категорий граждан сохранят до 3 декабря. Обсудили участники и методы стимулирования темпов вакцинации в регионе. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Ярославской области, рекомендовано предоставить 2 дня отдыха с сохранением заработной платы сотрудникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Под подтверждением прохождения вакцинации или перенесенного заболевания с 9 ноября текущего года будут исключительно QR-коды, получаемые через сервис госуслуги. Соответствующее постановление в ближайшее время коллегии будет подписано и вступит в силу.